По поручению главы региона Бердибека Сапарбаева продолжается областной конкурс «Образцовый аул». Для участия в нем были отобраны по одному аулу с каждого района. Специально созданная группа прибыла в Тугыскельский сельский округ Сарысуского района, претендующего на звание «Образцового», и оценила ситуацию на селе. Село Абельда Тугыскенского сельского округа. Претендующее на звание «Образцовый аул» расположено в 90 километрах от райцентра города Жанатаса. Население его составляет 187 человек. Функционируют школа, сельский клуб, библиотека, сельскохозяйственный кооператив «Ушагал-Агро-2017». Стоит отметить, что в селе безработных нет, а правонарушения не совершались последние 5 лет. Молодым семьям, переехавшим в данный населенный пункт, оказывается всесторонняя поддержка. Выделяется дом и скот. Для пропаганды национальных ценностей, патриотизма и сплоченности в селе проводится немало лекций, конкурсов и мастер-классов. Не могут не радовать улучшение социально-экономических показателей и инфраструктуры. Проведен водопровод с питьевой водой. Дома отапливаются природным газом. Улицы освещены. Проведен капитальный ремонт улиц от Куныс и Элимбай. Вместо обычных ламп в фонарях установлены светодиодные. Обновлен зеленый пояс и уличные указатели. На капитальный ремонт арки при въезде в село был потрачен 1,5 миллион тенге. В селе идет активная борьба с эпидемией. Крестьянско-фермерские хозяйства и жители села Абельда обеспечивают полноценным питанием больных коронавирусной инфекцией, а именно предоставляют 100 литров молока, 50 литров кефира и 50 литров кумыса. Катерина Иващенко, Айжан Жуматқызы, 77 News.